Һарыҡ йөнөнән баҫылған кейеҙ халҡыбыҙҙы быуаттар буйы йылытҡан, һаҡлаған, дауалаған. 2003 йылдан алып, һәр йыл һайын Башҡортостанда кейеҙ баҫыусыларҙың семинарҙары үтә. Семинар етәкселәре Башҡорт дәүләт педагогия университетының художество графика факультеты деканы Тәлғәт Мәсәлимов менән Урал галереяһының мөдире Кәримә Кайдалова. Они собираются для того, чтобы напитаться друг от друга, идей каких-то, мыслей, попробовать какие-то новые техники. Поэтому и задача наших встреч – как можно больше найти нового, впитать нового, дать нового и реализовать это новое. Потому что дальше это как круги по воде пойдут по всей республике. И будут говорить, ой, да у нас это тоже делают через год. Вот знаете, вот самый лучший писк мы радуемся, когда говорят, ой, да мы это уже давно делаем. Оно, вот эти круги, они идут отсюда, от наших встреч, от наших занятий, от наших вот этих семинаров и нынешнего симпозиума. Байыл башқырт кейді растамдары етенсі мәртебе ейелді. Иглин районының Сим Турбазығында өткен ғилми-ғамәли симпозиумды Башқыртыстан халық ижады үдәгі мінән Иглин районының хакимиеті ұйыштырды. Традиции возрождаются. Я, судя даже по своим ученикам, могу сказать, что они с живым интересом стремятся узнать войлок. Они спрашивают советы у своих родителей, у бабушек, дедушек, которые когда-то этим занимались. Когда-то это было непосредственной частью их жизни. Мы возвращаемся к этим истокам. Мы возвращаемся к тому, что думали и то, что изображали наши предки. Өсінсі ел енді кейіз ішімнен болашам, баларға үйретем, баларға қошылып ата-әсәләр ілі ашыл, кейізімнен болаша баштанылар. Семинар неме хейбәт енді, өлікі коллегаларымнан ұсырашығын, көрешіғын. Мұнда қоның қызын кіші жетмей, мұна әлбіт тартышамыз еті, ертеден берілінің, құлдар талып еті. Мені мұна бұл екі оқушы диплом іштәділер тозы кейізге. Баста энергичнігін айтып тұрғанлар, мұна шылай тетіп, тетірге керегін, енді бізді әтігі тұтмаған ем бетін. Келіп отырлар, айтып, Мәйткен тарталар, мәйтем екі өліп тартып қарайызды, бірсі бұнан тұтқан, бірсі бұлай тарты. Ой, это невозможно, дейлер. Кейірсілерді туплыған яңы тема «Мәң әруі башқырттарының ярдары һәм легендалары» деп аталды. Проекттың авторы Кәриме Кайдалова әлбетте рәссәм кейірсілерге тояна. Ярлар зборнеге алдым да, жылайын, қарап отырам, отырам, мәйтем Қасылары дин башқыртларын қыбыларға мұшты бұдан дей. Тегі дин бойларының нелері, тегі Асылы көл деген ерлер, Қандыра көл бәсі бәзінің ерлер бар бетінде. Ағедел кәйім, дин бойлары бек ярақтайды біз деген ерлер. Бір алманы бешке бүлдік, көп-көп келіп шыға бетінде мұнға не шықты башласаң. Бұлар нешек шағылдыр бұла, вот нешек материалдар бұл бетінде ер-ер. Мұна музыка-музыка күшін көңілі, екінші тәсерет бері. Мына шыны кейізді нешек керек деп ойлап, әзірек сызғала отырында ол, но ауыр кеме. Екінші түрлі көрі башлайсың ол халыққа. Яңыдан еш көрі біз бұл үшке, яңыдан тонырша біз деген көп керек. Шынке маңларға бізіне біреуде үйретмеген күші, өзі біз үйрені барабыз. Шақына таулар, шақына елғалар, шында шағылыш оны. Шыңа көрі арнамент тәлінің бұлса да шында шулар паша. Мұнда біт ол сложна. До этого в интернете прочитали где-то песни, где-то легенды, где-то предания. И где-то у нас разногласия вышли, что у минцев там гитам нету, говорят, пришлый народ. Но все равно же любой народ, он ассимилируется с местным населением. И все-таки вот эти вот древность, она вот в наших Волоках сегодня, вы увидите, она чувствуется, вот эта древность. Игелинде өткен симпозиумдың төп үзінсәлеге кейіздің бұрынғы беделешіне тұғыры қалу, тамғалар, белделер менен хүйлеген тілін хақлау. Кейіздің тілі бүті халықтарғала бірдей аңлашыла. Тамғалар бойынса қабелі араулар бір-бірін таныған. Біздің рәсімдардың іштерін көргендер де бүгінгі башқырт кейізі деп таныша ала.
уходим от реализма к символике, уходим к знаковости. Но вместе с тем, чтобы она была более понятная людям, что было присуще древним, скажем, башкирам, стараемся изобразить что-то более простое, более понятное, более близкое людям, наверное, сложнее. Требует более глубокого осмысления, может быть, более серьезной подготовки. Неожиданная тема, да. Мы как-то даже немножко растерялись вначале. Вот. И ведь сколько художников, у всех свое мировоззрение и свой взгляд. Вот. И каждый видит по-своему. И даже вот делая коллективную работу, мы спорим, даже когда в цвете выкладываем, здесь так, каждый видит все равно по-своему. Но как-то мы уже так спелись за эти года, мы все-таки приходим к общему результату, у нас получается. Но все равно должен быть какой-то дирижер в общей работе. У нас это вот на сегодняшний день Ольга Юрьевна Сюткевич. Симпозиумның икенсе яңылығы картиналар үшін эскиздарды рәссамдар көмәкләп бергә уйлаган, бергә иҗат иткән. Төрле стилдә эшләгән художниктар өчен бер агымга көйләнеп, уртак эскиз яһау иңелдән булмаган әлбәттә. Әмма төп юнәлеш мең ыруы башкортларының тарихын, йырмагын сакылдыру уларны берләштерә. Үлкә алабыз бер-беребездән, бер-беребездән төрле менә яңылыклар алабыз. Традиционный баспан киедер бүдін үрінілген бетенде, уже хәдір келебет, уже тігі оқырға түгіл, әбір-бір-бірбілен арлашып, бір-бір-бірден үрінірге келебет. Ең қатықлығы шында тұра. Міне, бір ел бойына көрішмейін бетенде, бір ел бойына ниндейдер, міне, кімдер, ниндей яңылықтар өзі-өзіне аса бетенде, ниндейдер способтар яңы келіп саға. Түрді бейдектер, міне, бүгінгі міне әлі сегіп отырған бейдек, міне, бұл бір семинарлардың бірінде, Калмыкиянан келіп, калмык хатындары бізге ошо сегуді көрсеткендеріне. Калмык сегуі бұл. Міне ошо сегуді, міне бұнайдарда енді, міне башқұрт кейдерінде, тоже қыдықлы көріне енді. Бидектер өзі біздікі сегу, значит, калмык сегуі. Вперед егі оқы деп атала, ол сегуі. Ну, моторлап, тегі міне астына не қойып, бірінсі екінсі күн. Одағы өтіп претерация бір бөлігі. Һәр бере үзенсе эшләп инде, һәр бере үзенсе эшләп өрөнгән. Күренеш һәр бере үзенеке бит инде. Менә кемгәләр менә булайрак кирәк, кемгәләр менә аны аңлап итмәй, кемгәләр менә нисектер үзеннең неңдә өрәтеп, күрәтеп, күрәнәйтәм инде. Шуңа ошо семинарда шуның менән нык кыдыклы инде. Идеябыз бездең общий килеп сыга, и эшебез общий килеп сыга. Бер дур проекты шундый күп кеше эшләп, үзе бер ниндидер бездең особенностендә семинарларның. Для меня все ново, для меня все интересно, и для меня интересен опыт применить какие-то новые варианты работы с войлоком. Может быть, они уже проверены где-то что-то, но для нас они вот будут применены впервые. Участники симпозиума находятся на территории базы отдыха СИВ. И, естественно, удивлены наши работники, то, что видят, что здесь происходит, действительно интересное мероприятие. Ну и наверняка удивлены участники этого мероприятия. Почему? Потому что очень-очень многие, проживая в Уфе, в районах, проезжая мимо этих мест, никак не могут предположить, что в 35 километрах от Уфы находится, ну, прямо, можно сказать, райский уголок, на котором
В этом уголке расположилась база отдыха одного из предприятий города Уфы, научно-производственного предприятия «Мотор». И уникальность этого места заключается в том, что вот эта база лет 40 назад, ну, она начиналась, создалась, и она была одна из лучших не только в России, но и в Советском Союзе. Может быть, нам пленэр сделать в войлоке? Вот потому что здесь такие ели, да, старые ели, голубые ели, молоденькие елки, липы, березы, богатый лес. И время как бы нас нахлестывает, и начинаешь уже видеть, как через войлок там серые вот эти переплетения, да, которые без хвои, они же ложатся на войлок хорошо. То есть вот это новый материал для передачи той же природы, почему нет? То, что у нас получается общая работа, очень интересно. Все разные, мы видите, даже эскизы рисовали, собралось 10 человек, и у всех разные. И давайте смотреть, объединять. Вот это ближе к тому, что мы хотели сделать. А вот молодые, например, молодежь, девочки, вот Сучилов, да, Элина, у них совершенно другой подход. Никогда войлоком прежде не занималась. Занималась ковроткачеством, такими близкими видами. Всегда было интересно. Я видела работы войлочные. Всегда очень нравились и хотелось тоже попробовать. Услышала про семинар, сразу связалась с организаторами. Сказала, возьмите меня с собой, тоже хочу. Вот, выслали приглашение, приехала. Очень нравится, очень. Просто волшебные места такие. И надеюсь, в дальнейшем буду заниматься. В синтезе различных способов декорирования поверхности, традиционных форм декорирования, текстиля, береста, кожеобработки, вышивки. Вот мы здесь вот эти вот традиционные способы пытаемся как-то еще сейчас насадить в войлок. Очень благодарна вот гостеприимной иглинской земле, которая приняла от нас в этом году на семинар войлока. Мы с удовольствием приехали поработать сюда и даже отдохнуть немного. Вот. И очень интересная тема. Тема рода мин, башкирского рода мин. Если немножко уйти в историю, в древность, мы знаем, что ислам не разрешал изображать людей, да, изображались символы какие-то, отсюда появились орнаменты, знаки какие-то, вот, и каждый род имел свой знак, вот, такой знак есть и у рода мин, на той земле, где мы сейчас находимся, вот, а взаимосвязь этих родовых, взаимосвязь элементов родовых символов башкир можно выстроить вот в такую замкнутую цепь в виде перехода. Душа усопшего, как представляли башкиры, душа усопшего переходит в дерево, как временное вместилище, затем в птицу, с помощью которой она достигает верхнего мира, где находятся души сородичей и дух покровителя рода. А затем перерождение этой души в новую жизнь, в новое поколение. Круг замыкается. И вот таким было представление башкир о вечности рода и духа. Атмосфера вот этой земли, вот самой минской, то, что мы впитали, мы песни слушали минские. Мы очень много прочитали все, что написано о минцах. Подключили историка очень хорошего, Рафиля Асылгужина, и мы ему очень благодарны. Рәссамдар Киевді бидәудің яңынан-яңы юлдарын да таба. Игілді өткен симпозиумда «Калмыцкая стежка», яғни «Калмық хырыуы» деген яңы ысул бірінсі мәртебе қолланылды. Калмыцкая стежка, она существует в Калмыкии. Они расстегивают свои войлоки очень красиво, создавая такие объемы красивые, орнаменты вышивая геометрические. То есть это как бы такой тюркский прием
обработки войлока. Ну, во-первых, обеспечивает скрепление слоев, а во-вторых, обеспечивает все-таки какой-то декор. Причем такой изысканный, белое на белом, получается очень элегантно. Вот. И мы решили впервые, мы приглашали специально из Калмыкии человека, который нам показывал, замечательная такая женщина Адьяева, семейство Адьяевых. Они нам эту калмыцкую сёшку показали. Показать как бы наше родство с этим дальним тюркским миром. Да. И вот белое на белом – это как бы вот та история, которую мы забыли, которая как бы наша память, она воскрешает. Для тех, кто умеет видеть белое на белом, тот видит. А вот кто не умеет, он просто видит белое поле. Ну, какие-то выпуклости, впуклости, там какие-то дороги. То есть вот этими мы испещрили дорогами, какими-то холмами, выпуклостями, какими-то рельефами. И вместе с тем мы хотим показать, что это пришли тысячи, мэнгбит это тысячи, и мы решили показать путь вот этих тысяч людей, потомков, которые пришли сюда, на эту землю, и сели здесь очень достойно, заняв именно свои места, то есть как бы вот предназначенные для них Богом. Республиканские семинары, конечно же, они неоценимый вклад привносит вклад в развитие наших и образовательных каких-то программ в художественных школах, в школах искусств, потому что преподаватели, проходя этот семинар, они едут с каким-то воодушевлением, с каким-то зарядом, именно творческим зарядом, который потом они вот это вот все детям передают. И если, например, первые семинары, мы что-то просто для себя брали, что-то экспериментировали сами, как художники-преподаватели, то потом начали потихонечку давать это детям с самого простого, с элементарного. Затем мы какие-то спецкурсы сами разрабатывали, методички издавали, что-то опробировали в своих же школах, на своих же детишках, вот, которые у нас на обучении находятся. А сейчас, вот даже последний год, я могу сказать, что даже вот итоговые работы делают у нас дети, ученики, которые выпускаются вот, в выпускных классах. И это уже такие серьезные, какие-то такие весомые работы, которые не стыдно отправить ни на какой там и всероссийский международный конкурс. То есть вот этот рост мы видим, действительно этот рост благодаря вот этим семинарам. Дети с удовольствием в цвете начали работать, не боятся, экспериментируют. И когда вот стоит выбор на итоговую работу выпускникам, что делать, вот лес рук, если говорится это о войлоке. Можно сделать из войлока дом. Юрта, да, жить. Можно на нем спать, можно им укрываться. А сейчас современный войлок, вот он уже дошел до того, что мы себя украшаем. Он стал более тонкий, более нежный. То есть его можно носить. Это тоже овечья шерсть, но она обработана уже промышленно на заводе. Потрогайте, она покрашена, нежная, мягкая. И сейчас покажу, что можно из нее делать. Вот потрогайте, какая она. Вот это мужская шапка войлочная из моей новой коллекции «Кочевник». Здесь я ее как бы приблизила, вот, ну, постаралась как бы древней какой-то сымитировать фактуру. Посмотрите, внутри ткань шифон, и какую усадку дает шерсть здесь видно. Шерсть села, и ткань превратилась как будто в каракуль, имитация каракуля меха, потому что шапки внутри были меховые, а сверху кожаные, да, чтобы стекала вода. И вот здесь вот тоже шерсть присутствует, немножечко есть грубой шерсти, потому что я фактуру хотела древнюю показать, ну и очень нежная, тонкая шерсть, волокна вискозы, орнамент здесь приваленный. А вот это кудряшки английских пород овец разных. Вот они очень нежные, то есть вот такие белые, коричневые. То есть эту шапку можно носить. Вот так она от дождя закрывает. Вот такие, это башкирские древние шапки были. Все время что-то новое придумывают. Ну, у нее практически нет свободного времени. Ну, каждый раз она либо что-то валяет, либо что-то записывает. Да, либо работает. Вот такая шапка называлась... Кюля-пара, такой шлем-капюшон, он защищал, вот если снег идет или
дождь, козырек такой стекает. Почему сзади хвост, видите, чтобы вот сюда все стекало, за шиворот не падала вода, снег. И если уже солнце, чтобы не мешало скакать, и можно было заправить туда хвосты. Учусь у мамы, смотрю, как она делает свои работы. Я, конечно, хотела бы стать дизайнером или фотохудожником. Можно, конечно, и художником. Ну, в будущем увидим. Войлок — это не только зимняя одежда, не шапка и валенки, да, и тапочки. А войлок можно носить и летом. Посмотрите, вот такие шарфы я делаю. Они на шифоне, на ткани. Но здесь осень называется, поэтому здесь, видите, листики, завязочки. Осенний мотив, вот листики отдельные есть. Облагородить можно вот так вот ткань. Вот решеточка, то есть мой любимый прием, я часто делаю такие по краям. А прихожу на гору и вот так вот беру роль, раз, и у меня там рожки. И повернись сзади, там тоже сзади хвост интересный есть. Его тоже можно заплести. То есть это не для улицы шапка, а именно вот в определенном кругу на горных лыжах там любят все такие шапки. Иглин районының табиғаты, күркем Есем елғағы кейіз ұтталарына көз илхам берді. Кейіз іші, көмәгіш, тап ұшындай ихласлық талап ете. Кому-то это дается легче. Вся вышивка, все стежки, вся вот такая кропотливая женская, наверное, более женский склад такого терпеливого характера, вот он к рукоделию расположен. Я не могу себя к таким отнести, поэтому мне, наверное, это сложнее, но нравится. Не просто смотреть и ничего не откладывать, а сам начинаешь творить. И вот сотворчество появляется во время рукоделия. Заметили, что мы понимаем друг друга с полуслова, без слов уже начали понимать. Вот мы на одном проекте все делаем, и один что-то положил, другой говорит, да-да, так, это... И вот мы без слов друг друга понимаем, каждый подходит, что-то свою линию продолжил, и говорит, о, вот все заиграло. С каждым годом все теплее и теплее отношение к войлоку, потому что войлок сам, наверное, согревает просто уже вот своим материалом, своей податливостью, своим... есть где развернуться, есть где пофантазировать. Семинар этого года посвящен башкирскому роду мин. И если эту тему мы дальше не разовьем, то, наверное, другие башкирские рода просто на нас обидятся. И вот в этом есть какая-то изюминка, какой-то большой плюс нам всем, потому что, когда задается тема, а она оглашается заранее, мы все преподаватели, художники, мы все садимся к интернету, мы все перелистываем какие-то странички исторических книг у себя дома в библиотеке, в домашней. Если что-то не находим, мы обращаемся в библиотеки. То есть для нас художник, он же не может жить вот отдельно, вот он, я художник, вот он, я, и все в своей коробочке. То есть мы живем в социуме, мы живем в истории, поэтому вот для нас это тоже очень хорошо, то, что мы где-то что-то находим, ищем, и потом для себя какие-то зарисовки делаем, эскизы, то есть мы не с пустыми руками приезжаем. В таком знаковом ключе сделаны, в таком ассоциативном ключе решены. Оно как бы и напоминает древние бабы, которые стоят вот на полях каменные. Кто-то их видит, для кого-то просто каменюка непонятная, а для кого-то это древность, это для кого-то говорящий камень. Вот все эти вещи мы решили использовать и рассказать вот языком войлока, очень древнего, вот эту древнюю историю, связав вот эту нашу память и связав современный язык. Кстати говоря, вот этот проект наш нынешний, он, конечно, самый трудоемкий. Мы еще такого трудоемкого проекта не делали.
Вот. И вместе с тем, он мало того, что самый трудоемкий, он какой-то у нас особенный все-таки этот проект. Вот. И здесь такое коллективное творчество получилось. Тут даже автора конкретного не назовешь, потому что мы очень долго совмещали наши проекты, спорили, создавали, как бы отбирали лучшее. Мы создали очень современный проект, сделанный современным языком и современным пластическим языком, который, на мой взгляд, и соединяет нашу этническую память и сегодняшний день. Ысын рәсәм теләһә нинди материал менән дә ижад итә ала. Һәм һоҡланғыс әҫәрҙәр тыуҙыра. Кейеҙҙә бөтә төҫтәрҙе, кәйефте, хистәрҙе сағылдырып була. Бигерәк тә бергә эшләгәндә рәссамдар ҙур кинәнес менән яңы теманы аса.